этими прицветными листьями. Но цветочки у бромелий часто очень маленькие, быстро отцветают, а именно листья сохраняют красивую окраску. Но одна розетка может цвести только один раз, после цветения розетка отмирает. Наша желтая цветы, аламанда, красивые кустарник, но ядовитые, поэтому используют это в качестве декоративного растения. На вроде фикус религиоза, необычный вот листик с таким вытянутым носиком по одной из легенд, их надо просветление, если это как-то не может. Вот.